Это сколько же людей надо было обучить музыке, чтобы музыкальное училище назвали твоим именем? Что? Я говорю, что музыкальное училище назвали твоим именем. А, ну не всегда. Вот музыкальное училище, которое я закончил, обещали назвать моим именем, чтобы все знали, что в этом училище могут научить музыке даже такого, как я. Ну, давайте номер 14. Приготовились. Будьте здоровы, Лев Сергеевич. Да сядьте. Дай Бог здоровья. Всем здоровы. Раз, дирижер. Два. Извините. Дай Бог здоровья, Лев Сергеевич. Будьте здоровы. Всем спасибо. Все свободны. Спасибо. Кучкин, останьтесь. Немножко сегодня чуть-чуть. Кучкин. Было чуть-чуть. Останьтесь, там... Кучкин. Легкая лажанка. Кучкин! Вы что, меня не слышите, что ли? Извините, Лев Сергеевич, у меня что-то с ушами. Ко мне, пожалуйста. Да-да. Подойдите ко мне. Коллеги, спасибо. Всего доброго. Спасибо за репетицию. Извините. Легкая лажанка. Простите. Извините, Лев Сергеевич. Кучкин, вы уже, конечно, знаете, что я сделал в нашем оркестре несколько перестановок. Да. Хочу предложить переход и вам. Ага. Так вот, Кучкин, с сегодняшнего дня вы первая скрипка нашего оркестра. Будьте здоровы, Лев Сергеевич. Спасибо вам огромное. Ну, я первая скрипка. Это... Дай Бог здоровья. Дай Бог вам. Я вам так благодарен. Да, слушайте же вы. Ну, вы первая скрипка нашего оркестра, которая с сегодняшнего дня будет играть в переходе. В переходе. Пошел вон. Вон отсюда, понятно? Вон! Пошел сам, дурак! Вон! Василий, шубу, братец! Несу. Господин Шаляпин, да какой успех! Как вы пели, как вы пели просто... Право. Спасибо, голубчик. Шубу давай. Федор Иванович, ну как вы пели? Как вы пели? Особенно про блоху. Вот, про это вот насекомое. Блоха это вообще-то. Ну ладно. Уговорил. Блоха. Блоха. Нижнее до, да. Но блоха – это блоха. Гадость. Ква, блестящий. Да, да, да. Просто блестящий. Шубу. Нет, ну, нижнее до – это, конечно, нижнее до – это, конечно, это, безусловно, нижнее до. Что это такое? А? Что это такое, Василий? Вот это вот? Это? Вот это, что это? Это, ну... Что это такое вот? Ну, как вам объяснить? Это... А это верхняя соль. Ахахахаха. Моль. Ахахахаха. Моль. Тоже такая гадость. Ну, Федор Иванович, ну... Не надо. Ну, вашу шубочку. Да, пошел ты к черту. Сереженька, вот сюда тихонечко. Вот. Все-таки совершенно необычная постановка, Сережа. Необычайно новое прочтение оперы.
Ну, в чем новое прочтение? Все как у Пушкина, сцена дуэли. Нет, 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 нет. Подождите. Вот сейчас. Что это за место? А это пуля летит, Сереженька. Ну все. Онегин попал. Так он и у Пушкина попал. Но тут-то он в этой трактовке попал гораздо круче. Дело в том, что Ленский на дуэль не один пришел, а с корешами. Так что Онегин попал по полной программе. Подвинулись, клоуны. Так что, Евгений, я не понял. Ты чего лобана замочил? Да что там базарить? Дай-ка я его! Как они, Иван Иванович-то? Ты знаешь, друг Сальери, что со мной вчера произошел пристранный случай. Какой же Моцарт? Ко мне явился черный человек. Чернее ночи. И заказал мне, не поверишь. Что ж, реквием, надеюсь. Не угадал. Он заказал мне рэп. А вот и он, мой черный человек. Yo, people, where's my rap, man? Give me my money, what the fuck up, man? Where's my fucking money, man? Just a moment, just a moment, just a moment. Окей? Окей, Моцарт. Sheets. I rock more beats than Jesse Owens ran track meets. Amazing feats, woo, they happen every day. When the road to the day, bring his ass out to play. I weigh 180, but I'm fat. I kick up dust.